И всем привет, уважаемые зрители, это Transformers Robots in the Sky. Журнал, значит, первый журнал в этом году за февраль и апрель, то есть февраль, март, апрель. Значит, первый журнал, цена 3 евро 49 центов, и здесь у нас Автобот Фиксит. Значит, как увидел, я сразу же побежал и его взял, потому что, блин, здесь уже робот, видите, какой. Значит, все, давайте мы откроем, не буду я здесь долго болтать. Все, открываем, вытаскиваем, значит, вот такой робот Fixit, как вы помните, у меня маленький есть, Legends Class. Так, значит, вытаскиваем журнал. Значит, здесь у нас 22 страницы комиксов и два прикольных плаката. Один сзади я вам сейчас покажу, давайте сейчас это покажу. Вот один плакат и один, значит, внутри. Значит, вот такой вот плакат, значит, здесь Optimus Prime, Bumblebee и Grimlock. Значит, попозже к журналу вернемся. А теперь давайте мы откроем фиксика. Значит, здесь написано pull back. Получается, здесь какая-то пластмасска. Она вот. Значит, он, наверное, заводящий и едет вперед, наверное. Ну, на таком мягком, я не знаю, он будет ездить или нет. Но давайте посмотрим. Так, значит, к сожалению, я что-то здесь не нашел автобота знака. Надеюсь, он здесь будет. Так, вытаскиваем, вытаскиваем вот эту пластмасску зачем-то. Так, инструкции нету, все. Давайте рассмотрим фиксита. Значит, вот такой вот автоботик. Значит, голова у него движется. Значит, это должен быть, да, настоящий. Значит, колеса крутятся, руки крутятся немного. Так это, так что, так, ага, значит, туловище ничего, так что, ну, нормально, артикуляция для такого сойдет, значит, он ездит вот так, значит, давайте мы вот эту вставим пластмасску, так, как она тут вставляться должна, так, 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 вроде правильно сделал, и типа что это будет? А, да, я так и понял. Он заводящий. То есть он назад мы заводим, и он потом сам едет. Я потом это на ламинате или на столе проверю потом за кадром. Так что прикольный робот. Теперь перейдем к журналу. Значит, откроем первые страницы. И тут мы видим, значит, задание. Значит, здесь сколько автоботов 10 секунд посчитать и о чем будет журнал. Два плаката, человечек, автобот, фигер и, значит, комиксы получается. Так, значит, давайте дальше. Значит, здесь у нас еще одни задания. Значит, здесь тень получается, здесь еще тоже с тенями задание. Дальше, здесь у нас шестая часть, значит, новые, так сказать, друзья и новые, так сказать, автоботы получается. Значит, здесь будет, как я понимаю, про Фиксита. Значит, здесь мы видим комикс, значит, Оптимус здесь. Значит, чтобы понять, о чем здесь будет говориться, это надо читать, поэтому посмотрим. Так, это получается у нас Steel Joe, да, наверное, надеюсь, не ошибся. Здесь какие-то десептиконы. Так, это получается темный энергон, как я понимаю. Да, то есть это трансформеры 5 у нас. Вау, какой плакатик посередине. Фиксит здесь. Готов к бою. Идем дальше. Так, значит, здесь у нас ДТшки. Здесь у нас сам уже Фиксит. Такс. Дальше здесь у нас уже Гримлок. Бамблби, то есть автоботы здесь. Так, здесь Vehicons получается, то есть здесь Decepticons. Такс, значит, здесь какая-то мини-битва. Опять Гримлок здесь немного затупил, наверное. Здесь, да, Vehicon. Угу. Здесь они его, так сказать, убивают, но все равно он улетает. Потом в камеру. Что-то тут поймали Фиксита и мальчика. И ждите в следующем номере. Вау, да мне что-то вот этот момент. Просто, блин, мне жалко их в камере держать. Так, здесь у нас в этом журнале больше заданий, я заметил. Значит, здесь найти отличия. 8 отличий здесь.
Так, и кто что говорит? Ух ты, какое-то новое задание, потом повнимательно почитаем. И вот такой плакатик еще раз вам покажу. Вот. Так что, журнальчик такой вот. Страниц здесь много, примерно 30 или даже чуть больше. Я вот не посмотрел там, сколько написано было. Так что журнал очень прикольный, советую вам покупать. У меня, к сожалению, на литовском языке, но не переживайте, читать я умею. О чем пишется, я тоже понимаю, может какие-то пару слов не понимаю, а так, о чем говорится, все ясно. Так что за 3,49 журнал стоит покупать такой, потому что здесь робот обалденный. Значит, я его испытаю сейчас за кадром. И будем ждать следующий номер. И кто же там будет? Интересно, десептиконы будут в этом журнале или только автоботов? Мы это узнаем. Но хотелось бы десептикончиков каких-нибудь. Так что спасибо за просмотр. Надеюсь, вам обзор на этот журнал понравился. Всем спасибо, всем удачи и всем, конечно же, пока.